Несмотря на очевидный прокол, никто так и не понял, что Маша и японская суперзвезда Мик – это один и тот же человек. Пионер по имени Краш Петров – первая любовь Маши. Не обращает на нее внимания, ведь он влюблен в Мику. Сможет ли Маша достучаться до его сердца, или Мику затмит в его глазах другую девушку? Финальная серия финального сезона даст все ответы прямо сейчас. Я прибежал к вам, господа, с тем, чтобы сообщить приприятнейшее известие. К нам едет Мику, мировая суперзвезда. А кому нам? Я тут одна сидела. Ой, не могу говорить. Мику едет. Нужно срочно бежать готовиться. У меня и плакат есть для автографа. Ну, ты же сам пришел. Не могу говорить. Побежал готовиться. Тебе бы тоже не помешало. Фу, ты чуть не забыл. Тебе там телеграмма пришла. Сказано, едем в Совенок ТЧК, будет концерт Мику ТЧК. От какого-то немца по фамилии Продюсер. Так ты же здесь, как? Ну ладно, давай. Едем в Совенок, будет концерт Мику. Римский блин! Прилетела к нам из далекой Японии. Вау, Мику! А, забудьте, это просто Маша. Я просто Маша. А вы чего в одеяло-то завернулись? Это ж кимоно. Традиционное японское одеяние. И ты, кстати, его не правил. С вами хоть темнота. Мне холодно просто. Облажалась и дальше. Он делает вид, что так ничего не хотела. Или, как говорится в Японии, ой, ничего то там. Так, ну давайте как репетировали. Коннитива. Я в вашу честь даже стихотворение написал. Хопу по-вашему. Фудзияма. Минамото. Кейша Сакура. Тойота. Коннитива. Зато на меня она смотрит. Видите, я достоин ее взгляда. Коннечка! А мне надо, чтобы вступила. Боже, я сотрал ее ботинок навсегда! А ну отстаньте от звезды. Ей надо отдохнуть с дороги. Быстро все в столовую, уже обед начался. Оставьте Мику в покое. Вон все. Кто не послушается, того на концерт пущу. Маш, ты что тут делаешь? Я же сказала всем в столовую. На концерт на тебя не стала пускать, потому что кому как не тебе надо музыку хорошую послушать. Может, научишься хоть чему? Марш в столовую отсюда. А чего это вы на полу сидите? В столовой, что ли, нет? Ничего ты не понимаешь. Это древняя японская традиция, в честь нашей гости. Мы соке из пьянок пьем. Вы видели, какая она красотка? Вау! А какая она умница? А какой у нее мелодичный голос. Прическу видели? Да, Маша, тебе, конечно, до нее еще далеко. Не, вон как волосы лежат красиво. И поет она здорово, не то что ты.
Артём, ты стесняешься? Да нет, я просто не фанат. Я докажу тебе, что Мику классно. Пойдем вместе на концерт. Маша, Машенька, Машунька, ну ты подумай, одним вот этим своим необдуманным действием ты можешь себя раскрыть. Подумай, хорошенечко подумай. Да что тут думать-то, прыгать надо. Зашибись все будет, и ты так Мику ему понравится. Ну да, ангел ведь прав. Кто прав? Нет тела, нет дела. Светит солнце. Он нарвался на танец с дьяволом.
Сио. Самая сексуальная мужик в мире. Золотень-британец. Так себе шутник.